Друг без друга у нас получается все. В нашем жизненном трудном споре. Все свое у тебя, у меня все свое. И улыбки свои, и горе. Все привольно теперь. И дела, и жилье, и хорошие люди встречаются. Друг без друга у нас получается все. Только счастье не получается. Вот такое вот маленькое произведение Эдуарда Асадова, в котором на самом деле очень много смысла. И я его каждый раз перечитываю, и оно открывается для меня по-разному.